have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Cat Quest 2, и я только что поулучшал магию. Прокачал себе, во-первых, лечение, потому что мы этим очень часто и постоянно пользуемся, можете сейчас, наверное, посмотреть. Лечение 5 уровень, исцеление по 74. Вот, и также я прокачал огнемур, он сейчас дает то ли... Кстати, он 6 уровень даже, а не 5. Он дает, по-моему, 175 или 180% от базового урона. Потому что, когда я переключаюсь за пёселя, это в основном то заклинание, которым я пользуюсь. Мне оно нравится больше всего. Оно бьет по площади и всякое такое. Также некоторые мелкие заклинания, как Берсерк и Манна-лапка и всякое такое. Зимолапку я не качал. Они первый уровень везде стоит дешево, по 200-250 золотых. И некоторые вещи вот я прокачал. Наверное, знаете что? Я сейчас зайду и все оставшиеся, которые на первом уровне, я сейчас их тоже качну, потому что, вон, 150, ну, не так много. Вот, а прибавку они дают хорошую, поэтому давайте. Сколько я на это сейчас еще 1000 потрачу? Кстати, в прошлый раз у нас с вами было где-то 11 тысяч. Я докачался до того, что осталось 3. И на 5-6 уровне каждое следующее заклинание стоит по 3000, что довольно внушительно. Так, все, мы все вроде подняли до 2 уровня. И 2 заклинания у нас на 5-6 уровне. Нам хватит. Я собирался потратить на броню. Фиг там плавал. Хорошо. Давайте смотреть, что у нас с кошачьей стороны. У нас тут есть какой-то данж. Я туда пока что не пойду. Квесты. Я пока не вижу каких-то активных квестов. Разве что у нас есть квест в Католице. Куда мы сейчас, наверное, и двинемся. Мы сейчас вот здесь. Да, нам вверх. Квест в Католице. Который нам следовало бы, наверное, пройти, потому что, мне кажется, он тоже на low level, а мы уже почти что полтос, и мы из этого вырастем, и нам будет стыдно. Так что пойдемте. Это, наверное, было рассчитано, что мы все это проходим до того, как мы пойдем к пёселям, но мы как-то посмотрели по уровню, ломанулись туда. Друзья, выйду к вам, как только расшифрую записку. Да, давайте. Хорошие мои, где же расшифрованная записка? Так. Пурпурусные ниндзя-коты. Новое логово находится в шерстяной пещере. Запомните пароль. Не следовало догадаться. Эти ниндзя-коты все время грабили мои посылки. Если чертежи в их логове, ну, нам нужен пароль. Фыр-фыр-фыр. Они никогда не получат пароль от меня. Типа ха-ха-ха, что ли? О, похоже, он знает пароль. Откуда нам это похоже? Ладно. Скорее всего, это переодетый ниндзя. Идите, выясните из него... Выясните из него пароль, блин. Ваше высочество. И будьте осторожны. Они знают хитрое заклинание, которое называется мяуцу. Типа ниндзюцу, мяуцу. Ладно. А, он свалил. Идем. Фыр-фыр-фыр. Не скажу пароль. Я покажу вам могущество пурпурных ниндзя. Мяуцу, мяулуни. Чего? Что за... Я должен был вызвать удар молнии. Фр. Попробую еще раз. Мяуцу, мяулуни. Снова. Как насчет мяуцу, огонь? Нет, не обращайте внимания. Это на самом деле работает. Взять их! Натворил всякой фигни, понапризывал. Так, ну он скрылся, кстати. Идемте. Вам никогда не найти меня. Ты куст.
Хватит меня бить, вот ты. Допустим, вы нашли меня, но знаете что? Видите это? Это истинные доспехи пурпурустых ниндзя. Я никогда не смогу. Я разобью вас немялостно. Что? Кстати, можно... Да, по 72 лечение прям стало очень крутым. Мяу, стойте, мне очень жаль, я скажу вам пароль. С чего? Ну ладно. Пароль Мяурита, типа Бурита, это все, что я знаю. Ладно, чувак, спасибо, что проявили ко мне милосердие. Давай, живи. Сюда, сюда, ваше высочество. Хотела узнать, как дела. Бынь. А, знаете что? Ой, манна стала круче восстанавливаться. Вы получили пароль? Великолепно, ваше высочество. Вот что я нашла по дороге сюда. Возьмите. Капюшон пурпурусного ниндзя. Я возвращаюсь в католичную кузницу. Вызовите меня снова, когда будете там. А не лучше ли этот капюшон? Стоп. Маска котовника Браво. 25 жизней, в общем-то, дает. А капюшон ниндзя, 7 урона. А вот, 12 магического урона. Наверное, я вот это вот одену. Важный шанс, к тому же. Да. Потому что мы все-таки песеля как мага качаем. Поэтому давайте-то... Стоп. Да, нам в католицу. Тут у нас основной квест. Погодите. Он тоже у кошалапки, но это... Не буду я сейчас броньки качать. Я еще не знаю, что я точно буду носить. Меня пока что все устраивает. Ну, меня пробивают, конечно, но не настолько, наверное, сильно. Хорошие мои, пора отправиться в шерстяной лес и воспользоваться паролем. Наконец-то вернуть мои чертежи. Удачи, мои милые. Хорошо, супер, идем. Шерстяной лес вообще в другую сторону. Хорошо, давайте сохранимся. Супер. Мы, может быть, даже сварим себе сейчас 50 уровень на этом квесте. Посмотрим, что за него дают. Вон, видите, вот это вот... найдите логово. Эти ящички на воде. Ну, не на воде, они, конечно, на островочках, но туда как-то можно добраться. Значит, мы все-таки получим какую-то возможность... Да хорош, блин, меня бить! Получим какую-то возможность ходить по воде, что было бы хорошо, я был бы не против. Летучие мыши, блин. Офигеть быстрые твари на самом-то деле. Пароль! Подождите. Какой, говорите? Громче, а ничего не... А, ничего страшного, я иду. Ах, я босс, почему же я сторожу вход в самом-то деле? Стойте, вы не пурпурусный ниндзя. У него шапка этого ниндзя. А, я понял, вы приспешники Коши Лапки, пришли за чертежами. Чего? Ладно, она их заслужила. Все наши прежние предводители пали жертвами ее чар. И они покинули нас ради шанса получить ее лапу и сердце. Что здесь происходит? Такое впечатление, что вы не уйдете без боя. Да почему? Отдай нам чертежи, мы уйдем, чувак. Прелестно. Мяуцу пушистого клона. Ой-ой, у вас это ниндзюцу. Мяуцу простой атаки. Ёлки! Да, у них слабость к магии была. Уж слишком поздно, Коша Лапа умрет. Записка, кстати. Квитанция номер такой-то. Получены чертежи, оплата, смерть Коша Лапки. Ход выполнения отправлен убийца, королевская армия. Ха-ха-ха-ха!
оплата, блин. О, вот и где, ваше высочество, я уже начал беспокоиться. Да, блин, не мешай нам разговаривать. Вы дайте кошек квитанцию. Супер. О, за мной послан убийца. У него мои чертежи. Шерсть и клок. А, минутку. Вот пока не забыла наград за вашу работу. Катана ниндзя, кстати, тоже улучшена. Неплохо. Я уверен, убийца еще даст о себе знать. А пока я буду в католичной кузнице. Видимо, сейчас мы продолжим этот квест. И я был прав. Полтосик мы на этом наварили. Все хорошо. Давайте сохранимся. Ого. Это отдельный квест. А что ты хочешь? Давай посмотрим. Солдат, ищите, кому протянуть лапу помощи. Если да, то помогите мне выяснить, кто сломал этот указатель. О, а это интересно, четвертый лишний. Наконец-то, они все здесь. Видите этих четверых? Они подозреваемые по этому делу. Одна из четырех сестер преступница, она понесет наказание за вандализм. Расспросите горожан о том, что они видели. Ой, я слышал чей-то очень быстрый разговор, как будто они были очень рады. Я слышал мурчание в низких тонах, а потом что-то сломалось. Да, я что слышал? Я выглянул и заметил кого-то с необычными длинными ушами. Опа! С необычно длинными ушами. Так, так, вам четверым представляется последнее слово. О, это была я. Окей, как же, каков же приговор, странный прикотвор, приговор, странные пушистые воины. Хорошо, если по вашим словам это она. Стойте! Это была я. Они покрывают меня, пожалуйста, не наказывай. Длинные уши, да! Они заботились обо мне с тех пор, как меня выбросило здесь на берег много лет назад. Я искал длинные уши у кота, это длинные уши у собаки. Ты должен был спрятаться, ты ведь знаешь, как здесь носится к собакам. Слушайте, я правда без... Придурчаний, это всего лишь указатель. Значит, мы все просто можем идти, договорились? Благодарю вас за то, что отпустили моего игривого приемного брата, сэр. Ваше беспокойство, сэры. Шлем кота-солдата, прикольно. Полученный опыт плюс 20%. У нас уже есть... что же это дело, мы уладили, может немного вздремнуть. Прощайте. Круто, просто рандомный квест. У нас есть уже несколько вещей, которые дают получение опыта по 20%, 20%. Может быть, стоит обдумать их одеть. Знаете, я после этой серии, наверное, немножечко посижу, поразмышляю, что нам одеть. Друзья, получил записку от убийцы, мне нужно показать ее вам. Записку от убийцы? Снова привет, ваше высочество. Посмотрите, что написано в записке. Коша лапа, твои чертежи у меня, если хочешь их вернуть, встретимся на опушке дремущего леса. Я хочу сама взглянуть на этого убийцу. Идемте, ваше высочество, следуйте за мной. Чаще дремучего леса. Никого не вижу. Что это было? Звучит громко. Не говорите мне. О, нет! Фига себе! Святые мурлыки, убийца дракон! Это плохо, очень плохо. Но я не сомневаюсь. Говорите, вы справитесь с ними, ваше высочество. Умоляю, будьте осторожны. Да-да-да! Блин, я хочу мелочь убить. А, ну и дракона тоже заодно.
подбирать чертежи, которые выронил дракон. Ну так, выронил случайно, наверное. В чертежи завернут странный предмет. Сюда, ваше высочество. Сейчас только экспу подберу. Ого! Неплохо, мы почти 51 наварили. Возвращайте кошелап чертежи. Вернули, круто, да. Да, мои чертежи неуязвимой брони снова в моих лапках. Вы даете кошелапке странный предмет. А? Подожди минутку, это чешуя дракона. То, что надо, пригодится для неуязвимой брони. Мне нужны мои инструменты. Увидимся снова в католичной кузнице. Интересно, этот квест, он будет продолжаться или на этом закончится? Просто мы уже довольно много для него сделали. Хотя я на самом деле не против. Окей, ваше высочество, подождите немного, всего 5 секунд. Я не лечусь, не сохраняюсь, потому что я надеюсь, что я сейчас уровень получу. Неуязвимая броня 6 уровня. Сразу 6, 6, 25. Нет, на самом деле штука хорошая. Спасибо за бесценную помощь. Стойте, чуть не забыл, у меня есть для вас кое-что особенное. Серьезно? Что ж, увидимся еще, ваше высочество. Да, и уровень прилетел. Неуязвимая броня... Стоп, это шапки. Мне нужны брони. Как она выглядит? Вот она. 25 хпшки и 6 брони. Она 6 уровня. А моя броня сейчас 15 уровня, доспех рыцаря. Я думаю, что если ее качнуть, то она будет прям хорошей. Прям очень хорошей. А сколько будет стоить ее сейчас качнуть? Давайте я зайду, гляну. Я так понимаю, тебя можно улучшить, да? Оружие? Доспехи призрака. Нагрудник ледяного мага. Ледяной урон плюс 5. А у тебя доспехи рыцаря. Так. Вот, она будет давать плюс 3 хпшки, плюс 1 брони. Здесь, кстати, 320 плюс 2 брони будет давать. Доспехи призрака. Ледяная стойкость. Шубку. Можно улучшить за 70 тысяч. Но при этом мы не знаем, что она будет делать. То есть она сейчас просто делает тебя невидимым. Ее можно улучшить за 70 тысяч. Блин, это просто сделка века, я не знаю. Так, шлем кота. У нас сейчас шлем, который дает получение опыта плюс 20 и 10 брони. А нам предлагают шлем получения опыта плюс 20 и 10 жизней. Ага. А у тебя что одето? У тебя плюс 12 магии. Важный шанс плюс 10. Хочу ли я? Не знаю. Не уверен. Туманного мага, туманный урон. Так, у нас есть огненный удар. Шляпа огненного мага. Кстати, неплохо. Атака плюс 10, шлем скаута. Вот это тоже хорошо. Готовника, браво. Да, ребятки, давайте я пока что ограничусь. Все-таки между сериями гляну, что можно улучшить. Потому что на это сейчас можно потратить очень много времени. А мне бы, наверное, не хотелось бы его расходовать так, потому что у нас очень много квестов, очень много чего интересного, что можно было бы посмотреть. Я хотел бы это посмотреть. Хватит меня жечь. Так, ход-то уже внутри. Вперед, ваше мурлычество. Да, кстати, мы тут, если что, с ход-то дога кое-что мутим, так что я уже успел забыть об этом за пару серий. Кошалапа. Что это за грязная дворняжка? Что эта грязная дворняжка забыла в моем доме? Думаешь, Хотта пришел бы в дом, где валиться, если бы у него был выбор? Чтобы сделать королевский клинок, нам нужен последний обломок. Достает половину эмблемы. Значит, они дали тебе вторую половину. Вторую половину. Половинки совпадают.
Мурмяу? Так значит, первые короли хотели, чтобы вы работали вместе. На эмблеме показано место, где спрятан последний обломок. Идите на север от Католицы, до самого берега океана. Рядом с черными деревьями найдете последний обломок. Чего мы ждем? В путь! Католица. На север от Католицы до океана. Здесь черные деревья. Ну вот, это здесь. Какого ты уровня? Офигеть просто. Фух, давайте я сохранюсь. Что-то тут мобы прям. Я привык к лоу-левелам, такой и ломлюсь на них, все нормально. Так, последний обломок, последний обломок. Уж не в этой ли он пещере? Да, пещера Мурино. Кстати, а на какой уровень это все? Сейчас посмотрим. На 45-й, да, я думаю, я справлюсь. То есть, как бы, мне здесь будет что-то угрожать, но я справлюсь. Останови ману, пожалуйста. А ты подлечи нас. Ну, так прям неплохо. Сейчас, когда мы это все улучшили, стало прям неплохо. Спасибо, что использовал огненный. Я как раз его прокачал. Да. О, нагрудник авантюриста улучшился, отлично. А это у нас обратный, да. Супер. Короче, смотрите, вот это лечение, это просто, как бы это ни звучало каламбурно, жизненно важно, потому что без лечения мы бы здесь уже загнулись бы. Вот эта фишка с восстановлением маны тоже очень круто все дополняет. Хорошо. Наверное, восстановление маны можно было бы даже еще чуточку и вкачнуть, мне кажется. Какие тут пути хитрые. А, блин, зачем я ждал, пока... Я же мог просто выйти, я почему-то шел, поэтому не знаю. Я вас понял. Блин, они просто все в разнобой бьют. Сгорите, твари. Да, они, в общем, очень не любят магию. Я уже догадался. Да? Мне ни на то не хватает. Как круто. Зачем? Зачем ты нам щит поставил?
Хорошо. О, а ты кто такой? Что, блин? Я думаю, это карта. Карта чего? Она указывает на запад к Лапортовым островам. Начнем. Тут должно быть последний обломок. А, это то, что мы искали, собственно. Так. Я, кстати, видимо, что-то не зачистил, да? Я не знаю, можно ли было тот сундук открыть или нет. Сейчас я туда еще раз схожу. Вот, тут же можно было вот так вот взять и просто сразу выйти. Вот, я вот этих ребят не зачистил, а надо было. Отлично, теперь мы можем открыть тот сундук вначале. Но я еще раз сейчас схожу, попробую тот красный сундук полапать. Я не знаю, откроется он, не откроется. Блин, больно. Открывается, надо было просто взять сразу. Туманный посох мы подобрали, отлично. Хорошо, теперь мы еще и вот это можем открыть. Нагрудник синего мага, вообще отличнейший. Итак, идемте, ваше высочество, я знаю, где находятся Лапортовые острова. Круто. Через черный лес я не пройду. Нет, через всю карту топать, если что. На 35 уровень давайте сходим. Раз мы уже здесь по пути, тут будет испытание на 35 уровень. Я думаю, мы это осилим. Да, пройдите свою ловкость, сокровища, то-то, сё-то, 5-10. Да, давайте. Ты издеваешься нафиг. Вот, теперь я его на шипы нагнал. Отлично, с этими мы справимся. О, босс, ну хорошо. Так по-хорошему босс это, если он один, то это... Нет, это большая проблема. Ну ладно, это небольшая проблема, он не так много бьет. Вы... Если я не буду подставляться, то все будет хорошо. Блин, он мне еще и хилку сбил, ну ты... Убери щит! Блин, загнать бы его на колючки было бы круто. Ты не офигел! Спасибо. Забираем. Сокровища наши, я не спорю, даже не пытаюсь. Мы их заслужили. Нагрудник синего мага. Нам его продолжают улучшать, уже два раза улучшили. Так, еще одно подземелье исследовано, зачищено, все круто, все нормально. Так-с.
Блин, туда довольно далеко идти. Давайте мы здесь сохранимся. А что у нас там есть? Ладно, пойдемте посмотрим, что есть по пути. Так, по-хорошему уже нужно заканчивать, но мне интересно дойти туда, посмотреть. Опа, минус дракоша. Сюда мы ходили? Нет, это 55 уровень. Кстати, мы почти можем туда зайти. 60-й, тут я чувствую, нам немного накостылять могут. Поэтому я, пожалуй, не пойду ни в 55-й, ни в 60-й. Вон нам туда. Тут есть рядом городок. Давайте я сюда сейчас зайду, сохранюсь. Портград. Да, мы здесь сохранимся и здесь закончим, а уже со следующей серии мы пойдем доделывать это задание. Я думаю, что у нас все получится, все будет хорошо. А на этом тогда пока что все. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.